Первые лыжные состязания наступившего года для военнослужащих Кольской флотилии разнородных сил Северного флота состоялись в Полярном. Участие в гонках приняли представители всех воинских частей объединения, а также сам командующий. Лишь по именным табличкам и разве что решительности в глазах в лыжниках угадывается принадлежность к военному делу. Кубок, обладателем которого желает стать каждая из сборных Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, уже ждет победителя первого в этом году лыжного состязания на приз командующего среди военнослужащих гарнизона. Спорт – это важная составляющая нашей боевой подготовки. Спорт – это воспитатель духа. Это показывает и опыт специальной военной операции, где наши чемпионы, спортсмены успешно себя проявляют, получают награды. Является одним из самых передовых лучших военнослужащих, который защищает нашу Родину. Командующий флотилией Олег Шастов и сам сегодня в числе участников забега. В прошлом военачальник имел разряд, но сейчас лыжи – это способ провести выходные с пользой и вместе с семьей. Это не только ячейка общества, это действительно то, что нас поддерживает в любую сложную ситуацию. Сложных ситуаций, к сожалению, сейчас много, и поэтому семья – это тоже за что надо всегда держаться. Семью, конечно, надо строить. Это не просто так встретились. Это и дети, и обязанности. Лыжные марафоны – не единственный вид спорта, где проявляют себя военнослужащие. Особенно успешно выступают специалисты Кольской флотилии в гребле, плавании и хоккее. Недавно приняли участие в чемпионате по регби. Представители нашего объединения в составе сборной Северного флота стали чемпионами военно-морского флота по регби на снегу. Спортивные состязания для военнослужащих Кольской флотилии и разнородных сил Северного флота и их семей – особенно почитаемая традиция. Праздники спорта, силы и воли организуют к профессионально значимым датам. Так, следующий планируют приурочить ко дню моряка-подводника.